По итогам крупнейших за все время проведения специальных экспортных торгов на площадке БУТБ в Китай продано пиломатериалов почти на 9 миллионов долларов. Сейчас на площадке аккредитованы 45 резидентов КНР, причем многие из них крупные импортеры, которые благодаря биржевым торгам всегда могут скомплектовать партию пиломатериалов нужного объема. В свою очередь для белорусских экспортеров, как государственных, так и частных, это возможность напрямую работать с высокомаржинальным китайским рынком. За 5 месяцев этого года на китайских спецсессиях реализована пилопродукция на 8 миллионов долларов, а с учетом последней сессии более чем 17 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый год общий экспорт пиломатериалов в Китай по результатам специальных и обычных торговых сессий составил чуть менее 13 миллионов долларов.